Добрый день, господа. Прошло 4 месяца, и я записываю для вас объясняющий видеоролик. Что произошло, почему так вышло, что будет дальше и многое другое. Начну с первого, естественно, самое главное и важное этого ролика, почему я отсутствовал. Причина банальна и проста. Казалось бы, выпустив свой последний видеоролик про новогодний баг, я стал ждать, когда он наберет хороший актив. Но актив был самым маленьким за всю историю канала. И это меня, естественно, немножко разочаровало. Я стал ждать, но так и ни к чему и не пришел. Занялся другим делом, начал выпускать шорты и другими проектами, ну и в целом BPM стал для меня каким-то нейтральным. В тот момент также началось волнение по поводу уходов многих ютуберов, большинство из которых так и не вернулось. Ну, естественно, это не огромные ютуберы, но тем не менее, тоже вносили какой-то вклад в игру, они ушли безвозвратно. В тот момент я сам задумывался об уходе, поэтому, ну, тогда было действительно непростое время. И в итоге мотивации так и не было. Занялся другим делом, стал получать оттуда много интересного и полезного. А BPM ничего не менялось. Все, игра стоит на месте. До сегодняшнего момента. Именно поэтому я и, собственно говоря, ничего и не делал. Отсутствие мотивации, мысли об уходе и потеря актива на канале. Далее сразу же скажу о том, собираюсь ли я возвращаться на YouTube или нет. Ситуация достаточно двусмысленная. Дело в том, что возвращение на YouTube подразумевает выпуск стабильного количества видеороликов, чего я обещать вам конкретно не могу. Возможно, ролики будут выходить раз в 2-3 недели, и то это очень сильно с запасом. Возвращения, которого вы ждали, не будет, увы. Но и, в принципе, уходить-то я никуда не собираюсь. Да я и не уходил. В телеграм-каналах я постоянно активничал, всегда везде в курсе всей информации про обновления, посты выходят в телеграм-канал, все можете смотреть там. Поэтому ухода конкретного не было, это был огромный отпуск и нежелание снимать видео по этой игре. Сейчас, естественно, всем интересно, вау, обновление, ура! Но если честно, если быть конкретно, скажем так, адекватным, то в целом можно выпустить ролик про обновление, но он будет совершенно не такой, которого ждут все. Это будет конкретно разрывающий видеоролик обновления, просто разорвет по фактам ее, хотя это и так видно, но забудьте. Вот, но это пока что тоже, опять же, в планах. Что касаемо всего остального, про уходы в целом сказал, про возвращение тоже, причину тоже. Много, на самом деле, интересного произошло за тот период, когда я отсутствовал. Во-первых, в игре хоть что-то началось, и я не только про обновление, а про сам актив. Хотя большинство из них, к сожалению, так и не вернулись, однако большая часть из них продолжает снимать. Удивительно для меня, на самом деле, как эта игра продолжает жить. Все-таки настоящая преданная любовь игроков сохраняет. Для того, чтобы красиво закончить данное видео, мне нужно сказать какие-то слова. И я нашел следующее. В целом, я сказал про все, что хотел. Уход, возвращение, причины и многое другое. Что касается обновления, действительно можно задуматься над тем, что сделать отдельный видеоролик, в котором все будет подробно разложено, не просто скриншоты, фотографии и как это все круто, нет, конкретный подробный видеоролик, что он даст игре, что даст игре это обновление. Вот это будет интересно послушать. Искренне, конечно же, надеюсь на то, что это видео заберет хотя бы какое-то количество просмотров, иначе а для чего это вообще было записано? Опять же повторюсь, если кто-то в любом случае заинтересуется данным видеороликом и покажет хоть какой-то актив, возможно, я действительно сделаю ролик про обновление. На этом я с вами прощаюсь. Персифаль был, собственно говоря, у диктофона. Огромное спасибо, что дослушали данный видеоролик до конца и посмотрели его в целом. Всем удачи и всем пока-пока.